Привет, YouTube. Грустные новости с моего канала. К сожалению, функцию транслирования мне в очередной раз заблокировали за нарушение правила сообщества, как это звучит. А если расшифровать, то, собственно, меня заблокировали за видеоролик, в котором я разоблачал мошенников, которые, собственно, зэков, которые накручивали деньги за счет доверчивых граждан в сети «Друг вокруг», собственно. Я думаю, просто они наняли кого-то и мне накидали страйков с различных аккаунтов. Они, видать, крайне отрицательно отнеслись в то, что я раскрыл ихнюю схему мошенническую, и поспособствовали, чтобы мне этот ролик удалили, естественно. Ролик удалили, а также запретили транслирование на 3 месяца, как обычно. Но вы не расстраивайтесь, видеоролики будут, трансляции будут продолжаться, собственно, на моем втором канале, ну и ВКонтакте. Ссылки на все это я оставлю под видео. И несмотря на политику Ютуба, буду по-прежнему продолжать разоблачать мошенников и их схемы, и всех, кто им содействует. Несмотря на политику Ютуба и так далее, буду раскрывать все это дело и рассказывать вам, делиться, чтобы честные, обычные пользователи интернета знали про это все. Так что оставайтесь со мной, подписывайтесь и на второй канал. Будете в курсе последних событий. Трансляции будут, собственно, выходить в ВКонтакте, ну и на втором канале. А также в Одноклассниках, Твиче, Перископе, собственно. В принципе, если захотите посмотреть, обязательно найдете мои трансляции. Так что, спасибо за внимание, что остаетесь со мной, несмотря ни на что.